Он ворвался в... Иди сюда. Я единственная в Колби Интерпрайзес, кто может говорить по-китайски. Это несправедливо, мама. Сочувствую тебе, Моника. Но с твоим отцом нужно обращаться осторожно. На него нельзя давить, особенно не было раздоров. Ей нужен свой уединенный Колби, одной из самых престижных коллекций в стране. У вашего ребенка будет все. Но никаких но. Никаких секретов. Никогда больше. Никогда. Артур, это Сейбл. Ты говорил, что Кони в здравом уме. А если нет, будут ли ее предыдущие поступки иметь силу? Понятно. Значит, сначала нам нужно это доказать. Отлично. Спасибо. Пожалуйста. Но как насчет... А меня волнует. И очень. Не этот ли браслет ты потерял? Наверное, ты положила его в сумку и забыла. Такое часто случается. В сумке не было. А может, это другая... Слава богу, что он нашелся. Ты передумала? Мы же договаривались. Кататься верхом. Еще хотели посмотреть нового жеребца, мистера Милан. Я просила Фрэнки не садиться на Спрингса, а взять няню у Кони никогда не было с ней проблем. Тянула ее. Знаешь, Кони, я... Кони. Конечно, конечно, ты не должна винить. Достояние. Пункт первый. Джейсон Колби будет горд и счастлив, когда его дочь поднимет Titania Records на новую высоту, выпуская миллионные тиражи дисков, добиваясь 4 номинаций и восторженных статей в журнале. Общего. Например? На деньгах. Видишь ли, с возрастом бывает такое, Борюс? Понимаю, но не... Вы меня вызывали? Я потому и пришла. Есть время остановить это безумие. Только отмени свой дар Джеффу и за...